Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Crossing Souls. Так, и мы с вами остановились где-то в лесу, я так понимаю, да? О, паучки, идите сюда, хламоны. Так, а ты куда? Особое приглашение нужно, что ли? Так, я надеюсь, я правильно выбрал путь-то. Так, у нас здесь сундучок. Ясно, ослепительный фонарик. Нет, ребята, надо нам возвращаться. Так, интересно, может быть здесь что-нибудь есть? А? Нет, тупик, обычный тупик, ладно. Тогда мы будем... Так, трубы какие-то у нас здесь. Опять паучки. Паучки и бочки. Все это мы разобьем с вами обязательно. Ага, здесь у нас сердечко обязательно надо взять. Еще один сундучок. Что в нем? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Утиная охота на людей. Новая видеоигра. Проверь коллекции в своем инвентаре, чтобы узнать больше. Я, кстати, так и не понял, для чего вот эти вот игры мы собираем. Было бы прикольно, если бы в них можно было бы поиграть. Ну, как мини-игры, знаете. Ясно. Здесь еще один сундук. Сахарное сердце. Вот это уже другой разговор. Сахарное сердце всегда нам пригодится, потому что оно восполняет нам полностью ХП. Ага, здесь тупик. Мухи какие-то летают. Канализуха, что ли, ё-моё. Точно, видимо, сюда, в это озеро сливают всякую парашу. Так, ну-ка, Крис, давай, поползли. Слушайте, ребята, мне такое впечатление, что я не смогу спрыгнуть им на платформу. Для этого нам придется взять Мэтта и, скорее всего, им перелетать. Хотя... Блин, нет, все-таки надо взять Мэтта, ребят. Давайте берем. Да ё-моё, вот. Полетели, браток. Приземляемся. Ага, а там у нас надо будет, ребята, уже Крисом... О, тихо-тихо, чуть не упал. Надо будет Крисом сейчас запрыгивать и подниматься уже наверх. Вот он. Мы рискуем, ребята, у нас очень мало ХП. Ага, сердечко, отлично. Еще одно. Так, я не понял, иди сюда, блин. Фига она припухла. Давайте-ка восстановим себе полностью жизни. Пещера какая-то. А, нет, ребят, это не пещера. Тьфу, какая мерзкая вода. Если бы у Тахунги была задница, она точно была бы здесь. Я полностью с тобой согласен. Мы, видимо, ребята, с вами по канализации действительно бегаем. И, по всей видимости, через нее мы попадем в город. Вот оно как. Видите, под землей мы с вами бегаем. Так, ребята, здесь нужен большой Джо. Двигать. Так, погоди-ка, наверное, не сюда, а вот. Да-да-да, именно так. Опять крысы. Ну, большой Джо-то у нас на то и большой, чтобы всех валить с одного удара. Опять сундук. Пустой? А, ребят, у меня... Что это такое? Что за музыка? Где музло играет? Я пока лично ничего не вижу. Так, здесь у нас Крис. Поднимаемся, естественно. Хотя, погодите, я хочу посмотреть. Ничего такого я здесь не вижу абсолютно. Но где-то она играет. Странно. Ладно, может быть, это просто какой-то прикол. Нам некогда отвлекаться на эти приколы. Давайте перелетать. У нас на это нужен Мэтт. Он у нас суперлетун. Смотрите-ка, в этом озерце даже рыбка водится. Я уже думал, оно полностью здесь отравлено этими стоками. Хотя, может быть, там рыбу-мутанты, елки-палки. Ну, давай, последний марш-бросок. Здесь опять нужен нам Крис. Давай, Крис, поползли. Погоди-ка, я смогу здесь? Ага, все получилось, отлично. Ну, надеюсь, что мы уже сейчас с вами попадем в город. Вау. Неужели выбрались? Так, кусты разбиваем. Сердечко. Давай поднимем его. Тишина. Так, Крис, нужен Крис. Только он умеет у нас прыгать здесь. Опачки, ребят, смотрите-ка. Тупичок. Пробить-то можно? Нет. Интересно, а куда же мне тогда... Ладно, давайте попробуем здесь
Так, что такое? Что случилось? Ноги болят! Не ной, Мэтт, у нас нет времени на привал. Нам надо добраться до Тахунги. Знаю, это все от влажности и недосыпа. Ладно вам, ребята, нам сейчас нельзя останавливаться. Не все такие спортивные, как ты, Крис. Это он меня обвиняет? Ой, остынь. Ребята, давайте не будем начинать, нам нужно вернуться в город. Ты права. Ничего, она не права. Хм. Кто это? Отшельник? Прости, я тебя напугал? Меня ничем не напугать, что ты тут делаешь? Сваливаю из города, и вам советую, здесь дурдом, военные взяли все под контроль. А не хватает людей. Чего? Здесь опасно, разворачивайтесь, пока не поздно, и спасайтесь, что я и делаю. Мы никуда не пойдем, мы должны спасти свои семьи. Вы ничего не сможете сделать, детишки, все кончится тем, что вас тоже схватят, как и остальных. Но куда их забирают? Не знаю, они увозят их на грузовиках, говорят, в карантин. Все это прикрытие, не знаю, что они ищут, но точно ничего хорошего. Мы должны идти, нам надо их остановить. Чертовы дети, не хотите сдаваться, да? Эх, бог с вами, слушайте, если пойдете в Тахунгу, идите через канализацию. Так безопаснее, может, в городе еще остался кто-нибудь, кто сможет вам помочь. Разве ты не поможешь нам? Я в такие дела не лезу, сам живи и другим не мешай, блондинчик. Мы, по крайней мере, хоть что-то делаем. Хоть что-то. Никто и ничто меня тут не удержит. Но мне не все равно. Вот, возьми. Самодельная бомба может пригодиться. Бомба. Бомба наносит урон всему вокруг, даже тебе. Используй с осторожностью. Тэ-дэнь. Так, ребята, мы получили с вами бомбу. Спасибо. Ой, да не за что. Если эти вояки вас арестуют, вы меня не видели. Не хочу в это впутываться. Удачи. Пока, отшельник. Угу. Бомбу он нам дал. Интересно, для чего? Этот чудик дал нам одну бомбу и слинял. И как можно быть таким эгоистом? Боюсь, Мэтт, ты прекрасно знаешь, что для отшельника нет ничего важнее отшельника. Он уже много лет сам по себе. Верно говоришь, большой Джо. Ладно, нам лучше поторопиться, если хотим спасти своих родителей. Ага. Хорошо. Так, опять все объединяемся. Так, а что у нас здесь, ребята, за подсказочка такая? Некоторые стены можно взорвать бомбами. Выбери их, нажав, и положи у поврежденной стены, нажав U. После короткого обратного отсчета они взорвутся автоматически. Это вот здесь, что ли, ребята? Я не знаю. Давайте попробуем вот здесь поставить. Хотя она не похожа на треснувшую. А ну-ка. О-оу. А я бомбочку потратил. Ребята, и что делать теперь? Крис, нет, не запрыгнешь сюда. Блин, может быть, надо было этот валун разбить. Черт, где мне теперь бомбу брать? Ой, дурила. Блин, она же вот здесь нужна была. Так, бомж, помогай, пожалуйста. Что, вы уже взорвали бомбу, которую я вам дал? Современные дети просто не умеют беречь вещи. Но, отшельник, ты же бездомный. Да, но это у меня просто образ жизни такой. Я живу на улице, потому что так хочу. Ладно, держите, и на сервис поэкономнее. Ух, ребята. Хорошо, что у нас еще одна бомба есть. Я думал, продинамил ее. Ух, давайте попробуем. Ну-ка. Да, она была нужна именно здесь. Так, тихо. Ага, мы с вами опять вернулись в канализацию. Блин, я уж подумал, что мы попадем в город. Но дудки! Хорошо, давайте мы здесь добьем эти бочки и будем спускаться вниз. Видите, большая труба у нас тут. Так, отлично. Все, пока... Ой, ё-моё! Я не думал, что здесь у нас... Смотрите-ка, мы уже где-то в канализации, где просто зеленые отходы. Радиоактивные какие-то. Зашибись, а мне здесь не пройти. И что прикажете делать? Наверное, надо здесь вот Мэтта брать. Так, Мэтт, твой выход. Ага, все получилось у нас. Как этот ящик-то мне взять, не пойму. Стена не ломается. Ну, бочки мы сломали. Так, а, ящик, вот он, ё-моё. Слушайте, сахарное сердце мы получили, это хорошо. Значит, здесь нам нужно опять перепрыгивать. Ну что, Крис, давай.
Опачки. Так, Мэтт. Ах ты, мелкая крыса. Получи. Так, у нас, ребята, наверх лестница. Вы видели ее только что. Куда бежишь, блин? Так, что такое лежит? Вы можете купить эти комиксы только в магазине комиксов Гарри. Угу, полезная информация, конечно. Опа-на, смотрите, чудик какой-то стоит наверху. Так. А как мне до него, интересно, добраться? Какой-то банкир у него в руках. Оу, чемоданчик был с деньгами. Спрятался он, наверное, типа, да, здесь в канализации. Ну что, все, ребята, здесь я сделать больше ничего не могу. Так же, как и добраться до этого чудилы. Да, странно. Никак. Никто не может до него дотянуться. Хитрожопый, а? Ну что ж, давайте тогда подниматься вот сюда наверх. Посмотрим, что нас там будет ожидать. Ох ты, смотрите-ка. Военная база какая-то. Оу, что ты видишь, Крис? Шш. Но моя работа здесь еще не окончена. Ты не можешь просто так прийти и все разрушить. Неужели ты не понимаешь, если все всплывет, нам конец? А ему пофиг по ходу дела. Мне плевать на прессу. А что до тебя? Ты уволен. Майор лично послал меня сюда, чтобы тебя разжаловать. Твои методы слишком мягкие. Вот оно даже как. Что? Ты, наверное, шутишь. После всего, что мне пришлось сделать, все мои принципы. Нет, я не смирюсь с увольнением. Я поступлю по-своему. Не вызывая подозрений и не причинив никому вреда. Ты слышишь, что я говорю? Ты слишком мягкий, Бронсон. И забудь о своей семье. Ты их больше не увидишь. Я об этом лично позабочусь. Ты не посмеешь. Посмотри на себя, ты бесполезен. Неужели ты правда думал, что майор позволит тебе вернуться к семье после всего этого? Меня тошнит от таких, как ты. Сволочь, я убью тебя! Ты? Не смеши меня. Проблема с такими, как ты, в том, что вы не знаете свое место. Но не волнуйся, к счастью для тебя, не мне с этим заниматься. Майор сам с тобой разберется. Но у нас была сделка. Ты что, не понял? Ты думаешь, что ты что-то из себя представляешь? Но это не так. Чем скорее ты это поймешь, тем лучше будешь работать. Хороший солдат тот, кто не знает страха, кому нечего терять, а ты? Ты жалок, боишься потерять то, чего уже лишился. Смирись, Бронсон. Даже если бы майор захотел, я бы ни за что не мог бы завершить сделку с тобой. Нельзя вернуть то, чего нет. Ари сколько влезет? Ты уже мертвец. Теперь я займусь поиском Дуата. А что до тех сопляков, что от тебя ускользнули? Я лично прослежу за тем, как их убьют одного за другим. С удовольствием. Ты проклятый садист, клянусь богом. Ты заплатишь за все, что сделал. Эти дети не должны страдать. Просто забери этот чертов камень и дело с концом. Все еще не понимаешь? Это конец света. Нечего миндальничать. Вот почему я здесь. Мы уничтожим все, что осталось от этого проклятого города. Но это будет ничто по сравнению с тем, что будет, когда мы найдем Дуат. Мир мертвых поглотит живых. Ты только представь весь этот хаос и разрушение. Боже, жду не дождусь этого дня. А что потом? План выйдет из-под контроля. Ты думаешь, что будешь в своей стихии? Но рано или поздно ты сдохнешь. Я буду в своей стихии. И если мне придется умереть, будет бой. Я восстану из пепла, став еще сильнее, чем прежде. Ты сумасшедший! Майор сбился с пути. Это не то, что он мне обещал. Боже, хватит болтать. Отведите его вертолет и сравняйте этот город с землей. Рано или поздно камень найдется. И мир, каким мы его знаем, скоро исчезнет. Ха-ха-ха-ха-ха. Нам надо торопиться, если хотим снова увидеть родителей. Вот так вот, ребята. Вот это попадос полнейший. Бронсон был не таким. Он был другим человеком. Плохим или нет, но по крайней мере у него были принципы. Зачем нормальному человеку работать на дьявола? И если ты заключил сделку с дьяволом, как провести грань между тем, что хорошо и что плохо?
Ну, а мы с вами обратно вернулись в канализацию. Так что давайте продолжать наше маленькое такое путешествие. Только вот куда нам идти на этот раз, я ума пока не приложу. Так, этого хламона я не могу по-прежнему достать. Я не знаю, что с ним сделать и для чего он тут вообще нужен. Но нам куда-то надо выходить. Что это у нас здесь такое? Похоже, рядом с радио аптечка. Слушайте, я не вижу никакой аптечки, только крысы. Хм, интересно. Ладно, давайте бочки. О, ребята, сундучок. И похоже, здесь у нас, да, я так и думал, что здесь будет бомба, потому что она была нарисована. Так, крыса, вали от меня. Так, ребят, смотрите, еще одна бомба. Две уже у нас. Так, а эти двери... этому замку нужен ключ. Я так понимаю, взрывать их бесполезно, потому что они открываются только с помощью ключа. Здесь у нас тупик, ну давайте тогда мы с вами попробуем, наверное, пробежаться по мостику, который мы до этого видели, и посмотрим, куда он нас выведет. Так, наверху что? По-моему, ничего здесь. Да, здесь абсолютно ничего нету, стена сплошная. Ага, вот здесь вот надо взрывать. Хорошо, что у нас есть взрывчатка. Бинго. Ну что ж, заползаем. Крысы, опять везде крысы эти помойные, канализационные. Так, бочки мы, естественно, тоже разбиваем. Так, я видел здесь где-то крысы, вот они. Тем более крупная гадина, а? Которая так просто сразу не сдохнет. Так, запрыгиваем. Все бочки будем уничтожать, ребят, потому что сердечко мало ли где выпадет, а оно нам нужно. Ой, а тут-то что, тупик? Хей, и что мне здесь нужно сделать? Я запрыгнуть не могу. А может быть здесь нужно сделать перекатик? У нас кто делает перекаты? Большой Джо. Так, ну-ка. Нет, нифига. Странно тогда. В общем, в любом случае мне туда не пройти. Так, ага, кое-что вижу, ребята, смотрите. Так, вот здесь вот уже нужен... Блин, фиг заметишь, да, поначалу-то? Так, давайте сюда пройдем. И что у нас здесь? Нифигашечки пока нету. Ё-моё, это пол, я уже думал, опять кислота. Так, что нам? Ничего не досталось. О, приветствую, учитель. Так, а что это вообще за комната такая? Так, смотрите-ка. Как это все сюда попало? Да, Джо, интересный вопрос. Слушайте, ну здесь, по-моему, тупик, я ничего не могу сделать. Так, холодильник, игровой автомат. Ничего не открывается абсолютно, ребят. Плакаты Брюс Ли там у нас. Так, ага, сердечко есть, отлично. В помойке лежало. Слушайте, ну у нас никакой видеокассеты нет, чтобы мы могли вставить в телевизор. Так, во, подождите-ка, что у нас здесь? Братья Мухамарио. Новая видеоигра, проверь коллекции в своем инвентаре, чтобы узнать больше. Да, понятно. Как это все сюда попало? А мне интересует, что здесь в этой комнате вообще нужно мне сделать. Никаких тайных проходов я не вижу. Запрыгнуть я тоже не могу. Смотрите, видите, Крис прыгает и... Нифига, только вот эти вот коробки можем разбить. Кошара этот сидит на кресле. Стрелочка, вот я не могу понять. Там написано скейт-парк. А где он? Вообще не... Может быть, конечно, тут можно взорвать этот телевизор бомбой. Но почему-то мне сомнения берут. Хм. Холодильник тоже здесь ни при чем. И чья это вообще комната под землей-то, а? А где черепашки? Какие черепашки? Ниндзя, что ли? На диван мы на этот сесть тоже не можем, ребят. Эх, хрен его знает, что тут нужно сделать. Ну, один только вариант, ребят. Просто-напросто отсюда валить. Как это все сюда попало? Да никак. Какой-нибудь... А может быть, это отшельника комната? Под землей же он там живет где-то, сматывается. Он все-таки отшельник. Ладно, хрен с ним. Давайте, ребят, тогда мы отсюда будем сваливать. Может быть, где-то что-то мы пропустили. Хотя я почему-то сомневаюсь. Для чего тогда эта комната нужна была? Ума не приложу. Так, ладно. Здесь нам тоже не пройти, так как здесь мешают нам трубы. Парадокс, блин, какой-то, а? Так, ладно, давайте смотреть. Может быть, где-то что-то я упустил нечаянно. Так, мостик, мостик, мостик мы пробегаем.
Эту дверь нам не открыть, естественно. Здесь Мэтт. Ну, давай попробуем перелететь, хотя я сомневаюсь здесь, что ты. Так. Оп, да, ребята, здесь вообще ничего не сделать. Так, а это у нас что здесь такое, смотрите-ка, на стене? Ну-ка, давай стрельнем разочек. Нифига, это просто так. Ну что же, я могу только один сделать вывод, ребят. Он, конечно, дурацкий, но еще разочек заглянуть на поверхность. Ну, это, естественно, нам нужно подняться будет по лестнице. Так, а здесь у нас, может быть, здесь что пропустили с вами? Так, здесь у нас тупики, газетка, охламон этот стоит. Никчемный. Слушайте, интересно, он действительно там просто так стоит? Или для чего-то он нам нужен? Ладно, давайте рискнем, была не была. Так, Крис, поползли. Ну? Ох ты, надо же, мы выбрались, блин. Вот это прикол, зря я там тогда все это оббегал. Давайте, ребятушки, наверное, с вами сохранимся на всякий случай. Как обычно, кто его знает, что нас там будет поджидать впереди. Так, здесь у нас еще одна дверь, но мы там были уже с вами, вы помните. Мы брали ключик, теперь она уже и не активна. Так, забегаем, смотрим, что здесь происходит у нас. Если вообще что-нибудь тут изменилось. Опачки. А тут у нас, ребята, изменилось. Кто там? Шенли, что тут происходит? Ребята, вы в порядке? Я не знал, что в городе еще кто-то остался. Военные всех хватают. Да мы уже это поняли. Почему вы тут прячетесь? Разве это не опасно? Конечно, опасно. Но они это место первым делом обыскали. Я закрыл лавку, и они подумали, что внутри никого нет. Вот только они не в курсе, что старик Шейн здесь живет. Теперь мы сопротивление. Я помогаю людям сбежать из Тахунги. Правда? А вы мою маму видели? Да, мы пришли, чтобы найти родителей. Вы знаете о них что-нибудь? Ох, бедняги. Нет, я про них ничего не знаю. Не видел, но если с ними ничего не случилось, вы их найдете. Но как? Эти парни на каждом шагу. Мы никого не видели. Мы прошли через канализацию. Ваших родных тут нет. Но есть две группы беженцев. Может, они пошли с ними? А где они? За ними ушли Гарри и Уайт. Но они до сих пор не вернулись. Боюсь, не случилось ли с ними чего? Мы пойдем и приведем их обратно. Правда? Ты такой смелый. У тебя душа воина. Возьми это. От чего этот ключ? От входа в канализацию. Можете пройти по ней, чтобы выйти на беженцев. Они в библиотеке и в старом особняке Сардучи. Будьте осторожны. Не волнуйтесь, мы приведем родных и остальных беженцев целыми и невредимыми. Надеюсь, мы будем ждать вас здесь, чтобы выйти через секретный ход. Золотой ключ. Золотые ключи открывают нам, ребятушки, всякие двери. А дверь у нас, помните, была в канализации. Так что сейчас мы с вами туда и рванем. Давайте вот здесь зачистим маленько. Ага, ослепительный фонарик, но он нам, ребят, уже не нужен. У нас 10 штук их. То есть полностью забит. Так, делаем сохраночку. Как всегда, на всякий случай. Так, а теперь идем в канализацию. И, ребят, открываем с вами ту дверь, которая у нас была закрыта. Я надеюсь, от нее же. Ну, больше здесь некуда идти. Но, отлично. Бутылки из-под спиртного. Все пустые. Это точно, наверное, тут отшельник буянил. Так, крысы, валите отсюда нафиг. Ого, библиотека. А здесь у нас Сардучи. Так, давайте, наверное, начнем с вами с библиотеки. Две группы беженцев нам нужно спасти. Ну и надеюсь, что у нас там наши родители будут. Ага. Так, тишина. Библиотека. Да я уже понял, что это библиотека. Так, сохраночка. Интересно, а что мы здесь будем делать? Так, выйти нам никуда нельзя. А книжки эти можем разбомбить? Можем. Оградительная лента, порвата. Похоже, сюда кто-то заходил. А мы сейчас посмотрим, кто сюда заходил. Ух ты. Все перевернуто вверх дном. И мы еще тут помогаем.
уничтожаем последние книги, которые сохранились. Так, фонарики, блин, эти ослепительные берем, а нафиг они нам нужны? Надо было не трогать. Вдруг на будущее бы нам пригодилось. Так, слушайте, что-то мне... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, нифига вы тут... Так, давай-ка. Нам нужен, наверное, Кевин здесь. На всякий случай, да, ребят? Точно, смотрите-ка, вон они. Паршивцы стоят, блин, привидения. Как-то одержимая сущность. Сюда, блин. Так, это тоже выкуси. Так, некромант. Некроманта нам нужно как-то потихонечку. Ну, раз, два, три. Иди, а он сам ко мне идет. Да-да-да, конечно. Выкусил, как говорится, свое. Так, еще не хватало здесь вот этих мертвяков. Сахарное сердце, замечательно. Опачки. Ребят, смотрите, там какая-то пентаграмма у нас находится. Ух, ё-моё, хорош пугать-то так. Я же что-то аж нежданчик какой-то был. О пентаграмме задумался. Странно, здесь ничего нету. Хотя я могу как-то попасть на ту сторону. Ладно, давайте глянем, что тут у нас. Очень много бочек. Ну, это понятно, ребята. Это мы взрываем. Проход у нас будет. Так, давай-ка. Это на всякий случай. Вдруг здесь какие-нибудь привидения будут. Ну, мы давай по бочкам. Ну, взорви ты их. Шикарно. И еще одно сахарное сердце. У нас уже 6 штучек их. Куда, блин, Касперы разбежались, а? Ну-ка, быстро домой спать, ё-моё. Все, замечательно. Так, это что у нас там за плевальщик еще объявился? Ох, нифига там бумкнуло. Так, это, я так понимаю, некромант. Так, все, я понял. Этот плевальщик, ребята, расплевывает бомбы. Я его не могу почему-то подбить. Это скрывается под землю. Нет, никак не получается. Ать-тя-тя. Хорошо, ладно. Может быть, сюда нам нужно? Ага, дудки. Нам сюда не пройти. Значит, по всей видимости, нам нужно как-то отключать этот барьер. Да чтоб тебя. Никак его, ребят, не подбить, смотрите. Странно почему-то. Плюется еще. Ну, давайте тогда сюда перепрыгивать. Здесь, наверное, нужно зачистить и полететь именно мэтом. Там как раз мы что-то разбомбили. О, книжка. Какая-то книженция. Ах, вот оно что. Ребята, мы с вами закрыли одну из книг, и у нас пентаграмма практически исчезла. Но еще есть кусочек. Да хорош плеваться там уже, а. Это, по всей видимости, уже находится вот на этой стороне. Ах ты. Нифига, не могу пройти. Значит, правильно, вот сюда перепрыгиваем, ребята. Так, что тут такое? Ох, елки-палки, бездна какая-то. А, надо перепрыгивать надо. Так, а здесь у нас, ребята, очередная загадочка. Так, давай, Большой Джо. Отодвигаем. Подожди, подожди, вот сюда. Теперь переключаться нам нужно на мэта. Перелетать. Ну, в общем, ребята, делать вот такую вот фигню. Сейчас вы все увидите. Отодвигаем. Опять же сюда подвинем. Ну, в общем, и также перелетаем мэтом. Здесь опять же задвигаем. Так, подожди, Джо, иди сюда. Так, мэт. А вот теперь, я так понимаю, ребята, нам надо вон туда лететь. Ага. Ох ты. Не все так просто. Здесь у нас островки такие, знаете. Хреновенькие, я бы так сказал. Ладно, давайте. Перелетаем. Теперь сюда. Так, сюда. Ой, тихо, передохнем. И последний мостик у нас здесь. Все.
Так, смотрите-ка, здесь у нас еще лестница какая-то есть. Это Крис. Ага, а вот, ребята, и вторая книга. Ну, ё-моё. Теперь-то уж мы точно сможем зайти. Так, давайте заберем, наверное, бомбочку себе. Две штучки у нас. Блин, теперь обратно надо все это делать, а? Ну, готов, Мэтт. Отлично. Великолепно. Подождем маленько. Восстановим, как говорится, силы. Вперед. Ну что же, здесь у нас все хорошо получилось. Сейчас обратно, ребята, нам придется с помощью большого Джо сдвигать эти полки. Так, давай, Джо. Так, полетели. Ага. Передохнем капельку. Все. Ну что ж, теперь нам нужно зайти в комнатульку. Опачки, здравствуйте, приехали. Дуат. Это я... Ага, проклятый библиотекарь. И это, ребята, у нас босс. Так, что он делает? Я так понимаю, он за мной охотится. Слушайте, вот это вот сзади книга, которая летает за ним. Мы же с вами книги уничтожали, да, до этого? Надо попробовать. Тихо, главное не попасться. Так, 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 так. Ай-яй-яй, сейчас. Нет, нам повезло. Да что такое-то? Ого! Ого, что он творит. Так, вот книга. Блин, даже не попал. Слушайте, а я могу вообще попасть-то по ней? Да что ты... Попал вроде бы, да? Ох, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нифига он тут чудит. Книги, бомбы тут у него, всякая ерунда. Слушайте, ну я разок попал, смотрите у него. ХПшки-то отнялись. Так, значит, нужно все-таки нам в книгу попадать. Ай, да что ж такое-то? Так, что он там задумался? Ну-ка, давай-ка вот так вот. Попал, попал, ребята. Ты тыри-тыри-тыри. Забегал, забегал, засуетился. В принципе, если так дело пойдет, вообще. Тихо, тихо. Вообще легкотня, босс-то. Не попал. О, тихо, тихо, тихо. Ой, черт, нифига он жарит. Вот это да, ребята. Так, надо срочно подхилиться нам. Блин, да что ж такое, почему ты, Мэтт, косишь? Во, попали. Короче, попадаем по книге, и нужно сразу сматываться вот с этой вот зеленой фигни, которую он выпускает на нас. Потому что она как магнит меня притягивает, я не могу с нее сдвинуться. А ну-ка. Ай. Тихо, тихо, да какого лешего-то, блин? Как он меня... А, он, видимо, меня увидел. Да ё-моё, блин. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Взрывает он здесь. Так, я так понимаю, еще, наверное, пару выстрелов и мухана этому библиотекарю. Что-то он тут, по-моему, ускорился, или мне кажется. Есть! Убили мы его. Так, и что дальше? Эй, есть кто-нибудь? Фу, этот последний раз. Больше я в библиотеку не ногой. Уэйт. Привет, ребята. Что вы тут делаете? Разве не видите, как здесь опасно? Слава богу, я здесь и защищу вас. Чувак, ты серьезно? Ты не видел наших родных? Мы их ищем. Нет, я только беженцев нашел. Мы шли к Шену Ли, но тут начали твориться какие-то странные вещи, и нам пришлось спрятаться. Это было жутко. Нет? Их тут нет? Увы, ребята, не вешайте нос. Мы их найдем. Я отведу этих людей в лавку к Шену Ли. Увидимся там. Ладно, у нас есть еще одна группа беженцев. Эссенция зеленой души, символ мудрости. Эссенция душ источает развращенные души с большей силой. Ребят, я вот насчет вот этих эссенций так и не врубился. Что с ними нужно сделать?
Ну-ка, поговорим маленько. Спасибо, что привели этих людей. Без вас бы они не справились. Ни за что, но наши родители, их не было в этой группе. Не волнуйтесь, уверен, они с Гарри. Верно, еще одной группе выживших угрожает опасность. Возможно, они там. Ну что же, давайте пойдем. Тогда опять нам спуститься надо в канализацию, ребята. И только уже не на левую сторону идти, а на правую. То есть это получается там с Ордучей что-то такое связанное, да? Так. Вот у нас в проход. Где-то вот здесь вот, да. С Ордучей. Мэнсион. Мэнсион с Ордучей. А, особняк, елки-палки. Все, понятно. Видимо, именной какой-то. Так, мы сюда выйти не можем. Значит, нам вперед. И только вперед. Вперед и с песней. Хм, странно. Так, а это что у нас тут еще за лабиринт? Елки-палки, ладно. Возьмем. Хотя нафиг он нам нужен, да, ребят? Фонарик-то этот ослепляющий. Ну что, будем сохраняться или нет? Я даже не знаю. Ну ладно, фиг с ним. Давайте, ребят, сохранимся на всякий случай. Кто его знает, что тут будет. Все равно занимает буквально секунды. Ничего страшного с нами не случится. Так, ладушки. Ну я смотрю, тут в лабиринтах у нас лежат всякие плюшки, вкусняшки. Так, если мы даже вот пойдем вот здесь. Куда это у нас все... Ага, я вижу, ребята, сундук с бомбой. Он, может быть, нам пригодится, а может быть и нет. Так, три штуки. Так, с этой стороны у нас, смотрите, там кости и какие-то выключатели, переключатели. Но в любом случае, вот здесь я так просто не попаду. Хорошо, ладно, давайте отсюда, наверное, выбираться. Может быть, даже и с той стороны тоже, видите, всякая фигня. Так, что тут у нас, смотрите-ка. Статуя, видимо, это с Ордучи. Ведь его же особняк. Так, здесь ничего мы сделать не можем. Странно. Так, даже не подсвечивается ничего, ребят, смотрите-ка. Везде тупик. Да, ну-ка, два сердечка, хорошо. Проход закрыт, должен быть другой путь. Слушайте, а может быть, ребята, мы можем взорвать эту кучу? У нас сколько? Три взрывчатки? Можно, в принципе, попробовать. Нет, я уже думал, что что-то нашли с вами. Ничего подобного. Давайте одну поставим. Сработает, не сработает? Нет, нифигашечки. Слушайте, значит, здесь заковырочка вся, скорее всего, ребята, будет в лабиринте. Нам нужно что-то найти. Или вот эта статуя отодвинется и будет какой-нибудь подземный проход. Или вот здесь вот что-то сделается. Одно из двух. Потому что дверь закрыта, вы сами видите, она никак не отключается, не подсвечивается. И я сделать с ней ничего абсолютно не могу. Блин, не... О, смотрите-ка, здесь... Нет, все-таки надо, наверное, идти в лабиринт. Так, в лабиринт. Ну и что у нас тут, смотрите. Здесь... Ага. Вот так... Ну и что, тупик. Хм, странно. Ну-ка, давай попробуем вот здесь вот. Так, вот если мы пойдем. Куда нас это все выведет, я фиг его знает. Так, идем. О, ребята, знакомые стрелы. Подожди-ка, как мне до них добраться? В принципе, если мы с вами отправимся в мир духов, может быть, Кевин смог... А, вот, смотрите-ка, здесь тоже есть. Так, мы ничего не можем сделать. Давай, Кевин, ты нам нужен. Смотрите-ка, с той стороны открылась дверь у нас. Так, хорошо, ладно. Но также не забываем, что здесь у нас, ребята, две стрелочки есть. Одну мы с вами активировали, и вторая вот здесь, внизу. Хм, а как до нее добраться, я пока ума не приложу. А, нет, подождите, ребята, вижу, вижу потайной проходик. Так, погоди, этот, по-моему, не туда идет, да, ведь? Мы опять по закольцованности идем. Дайте-ка... Вообще, надо выйти отсюда, да? И попробовать там, по-моему, через низ можно. Ведь там же есть еще один вход или нет? А, нету. Ну-ка, это тупик. Блин, фигня какая-то. Так, а здесь у нас где открылось... Ага, вон там, он сам внизу.
Я, наверное, туда фиг попаду, ребят. Потому что, смотрите-ка. Хотя, погоди, вот здесь вот есть. Так, мы идем. Давайте-ка вот здесь бежим. И на самый низ. Да, вот он, ребят, вот он проход, замечательно. Так, и это у нас рычаг. Опа-на. Да ладно, хорош тут буянить. Ребят, короче, у Сардучи в руках загорелся огонь, в одной руке. Я так понимаю, что нам нужно с вами сделать, так это нажать еще на тот вот рычаг, ну, на ту стрелочку. Возможно, также откроется где-то потайной проход, и будет еще один такой же рычаг, за которым мы дернем, соответственно, у него загорится вторая рука, и, возможно, что-то там активируется. Так что нам нужно добираться до той стрелки. Так, здесь тупик. Это не то. Здесь нет прохода. Она в самом низу, запомнили, ребят, да? Так, здесь у нас что? Давайте возьмем с вами, наверное, вот этот ящик. Хотя здесь, наверное, фонарик. А нет, смотрите, сахарное сердце. Сахарное сердце — это хорошо. Они нам очень нужны, пригодятся. Блин, такое ощущение, что я бегаю по кругу или нет? Так, давайте вот сюда. Вот, в общем, она внизу. Давайте посмотрим, как мне туда добраться. Блин, что-то не могу допетрить. Это нужно нам все, ребята, оббежать абсолютно. Так, вот здесь тупик. Не катит. Давайте тогда... Вот. Нет, тут тоже не получается нифига. Так, а если мы вот здесь вот пойдем? А, все, ребята, вот здесь вот нам нужно идти. Смотрите. Мы... Так. Да, и как раз мы выходим именно на стрелочку. Да, никакого тупика здесь нет. Все у нас открыто. Давайте, побежали. Да что ты не можешь забежать уже, елки-палки, а? Так, сейчас нам нужен будет Кевин. Давай, вставай. Ну вот, ребята, и открылся еще один потайной проход. Давайте-ка отсюда вот тогда по-быстренькому будем сматываться. Блин, столько беготни здесь, а? Ёлки ты палки. Так, я хоть правильно, подожди. Вот здесь надо, да. Так, пробегаем, оббегаем. Так, ага, вот здесь у нас выход. Хорошо, давайте-ка вот здесь вот тогда зайдем. Вот он, ребята, проход. И вот здесь вот рычаг. Включаем. Две руки загорелось. Ну вот, ребят, о чем я вам и говорил, что должен быть как... Тихо ты. Пришли здесь немощные, а? Думали, меня врасплох возьмут. Но не тут-то было. Взрывайтесь все, горите все. Ой. Так, ладно, выходим. И побежали уже с вами, в конце концов, в этот проход. Сделаем очередное сохранение на всякий случай. Все. Теперь уже с спокойной душой бежим. Это мы с вами попадаем уже в особняк. Что здесь у нас будет? Куча книжек. Какая-то картина с порталом, но я не могу в нее почему-то сунуться. Так, дверь. Дверь у нас закрыта. Как обычно, нужен ключ. Хм, интересно. Слушайте, может быть, здесь Кевин нужен, а? Давайте попробуем. Так, замечательно. Класс, картины в особняке работают как портал для призраков. Ха! И что здесь у нас? О, золотой ключ. Вот это вот замечательно. Так, ну-ка, давай-ка мы с тобой, Чарли, откроем эту дверь. Крысы, блин, везде, а? Помойные крысы. Черт, не вижу нифига из-за этой стенки. Где-то ныкается большая крыса. Черт, подери, кусается еще. Все? Ага, вон она, прыгает, блин. Все,
Все, готово. Так, опять у нас, ребята, здесь дверь. Черт, нам точно надо идти в этот особняк. А у нас нет выбора, Чарли. Нам придется идти. Глупо, да, было? Так, что же здесь? Угу, я кучу понял, ребята. Так, давай, Большой Джо. Раз эта картина работает как порталы, значит, Кевин сейчас... Так, туда-туда, и на сундук он прыгнет, и стопудово там уже будет у нас ключик. Угу, хоть он и заходит, но... Слепой ребенок с кровью из глаз? Божья матерь. Так, ладно. Давай-ка мы сюда с тобой прыгнем. Теперь вот в этот портал. Да, именно так все и получилось. Перепрыгиваем. Берем ключ. И открываем с вами очередную дверь. Ну, куда она нас ведет? Куда-то наверх. Ё-моё, тут еще... Так, паучки, блин. Нет, я сюда не сяду. У этого дивана своя экосистема. Что тут? Интересно, есть ли сахарное сердце мы получили? Так, открываем паучки. Ну-ка, прочь отсюда. А тут что? Не могу открыть, он прилип. Хм. Так, сохранение, ребята. Не обессудьте, что я так часто сохраняюсь. Но это все для того, чтобы не начинать все заново, если что с нами случится. Так, а здесь мы ничего не можем сделать, потому что, смотрите, какая-то фигня. А, сервант упал. Понял. Так, а здесь? На помощь! Похоже, крики идут из гостиной. Я бы за такую броню что угодно отдал. Из гостиной. Ладно. Так, портрет. Вига Сардуччи, 1873 год. Какой-то рыцарь, что ли? Фиг его знает. В любом случае... О, призраки стоят, смотрите, ребята. Призраки стоят не к добру. Блин, а тут у нас еще и лифт. Поеду. Так, на первый этаж. В подвал. В подвал. А, ах ты, гаденыш. Так, первый призрак. Нет, 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 не трогайте граммофон. Он выйдет из своей картины. Это будет ужасно. Ага. Я кое-что понял, ребята. Тьфу, этот зверь как будто таким и был, расплющенным. Граммофон, значит, нельзя трогать, иначе он выйдет. Идеальная коляска для малыша-демона. А где же нам, ребята, найти с вами граммофон? Вон там, кстати, еще одна картина. Портал, нам нужно как-то, видимо, в нее попасть. Или мы там уже были? Хорошо, короче, здесь нечего нам делать. Давайте попробуем тогда на второй этаж. Что у нас на втором этаже? А, мы здесь, по-моему, с вами начинали. Так, я вижу, там еще кнопка есть. Ё-моё, и ключ нужен. Угу. Так, ладно, хорошо. Надо, значит, нам с вами отправляться, наверное, на первый этаж. Попробуем с первого этажа начать все. Так, на первый этаж. Ну что, посмотрим, были мы здесь, не были? По-моему, нет. Ладно, паучки еще целенькие были когда-то. Ну иди сюда, опа. Угу, а вот и картина, ребята. Тихо, тихо, вы разгневаете господина Сардуччи, он нас всех убьет. Да ладно ты, не волнуйся. Так, Кевин, твой выход. Ага, вот, ребята, и ключик. Да что ты делаешь-то? Так, ключ мы взяли. Я уже и не помню, блин, где эта дверь-то. Ну, где-то здесь, недалеко. Так, дайте-ка возьмем сахарное сердце. Отлично, 7 штук. Так, на втором этаже, по-моему, да? Если я не ошибаюсь, у нас дверь это для ключа. Мы ее откроем и, наверное, куда-то с вами сможем попасть. Точно хоть здесь, а?
Ну, я смотрю, вот у призрака, где призрак стоит, там еще есть какой-то проход. Значит, нам стопудово туда идти надо. А вот и дверь. Так, и... Ой, елки-палки. Погоди-ка, а что надо сделать-то? А, тут надо перелетать, ребята. Так, где у нас Мэтт? Давай, Мэтт, твой выход. П-п-п-п-п-п-п. Летунок ты наш. Корявенький. Ах ты, смотри-ка, еще один портал. А для чего? Хм. Ладно, сейчас Кевина возьмем. Так, Кевин, появляйся. Побежал. Так, это что такое? А, елки-палки. Смотрите-ка, картина. Сардуччи, видимо. Тут бомба. Я этого взять не могу. Но стопудово я здесь уже смогу потом уже пробежаться реальным человечком, а не Кевином. Это куда это мы с вами идем? Ага. Ни звука, хозяин ненавидит шум. Он будет в ярости. А, вот и кнопочка, ребята. Ты посмотри-ка, а. Тут, оказывается, был потайной ход. Так, а мы, по-моему... Ой, ё-моё, да что ж такое-то, я же забыл. Потайной ход, это, по-моему, нет. Или да, 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 ребята, именно здесь, на этом этаже. Мэтт Литунок. Ага, вот здесь открылось. Так, подожди, ребята, сейчас я разберусь с этими погаными крысами. Кто такой? Где кусается? Не могу понять. Ага, теперь, значит, нам нужно будет идти по этой фигне. Но я вам и говорил, что мы будем здесь пробегать уже реальными людьми. То есть в данный момент нашей командой смертных. Давай, Чарли. Так, крыса, вали отсюда. Сердечко, хорошо. Так, плакат, смотрите, картина, точнее. Эта картина что, следит за мной? Да, по-моему, вообще не следит. Так, ну что, давайте подниматься тогда уже наверх. Да ё-моё. Я уже думал, сейчас будем с Сардуччи драться, но не шиша. Тихо, тихо, вы разгневите господина Сардуччи, он нас всех убьет. Да. Так, а это... А, вот граммофон-то, ребят. Да ладно, теперь нам нужно в... Воу. Теперь нам нужно в самый низ бежать. Что за дурацкая музыка? Так, если честно, я уже запамятовал, как нам... Отвали ты, блин, а. Крысиная морда. Так, здесь нам не пройти. Это что, нам все, весь путь обратно делать? Получается так. Спускаться на какой там нам этаж надо? На первый, по-моему. Или даже в подвал. Ну... Хотя нет, ребят, вот, вот у нас тут лестница, все отлично. Так, ну что же, пойдемте. Ну, я так понимаю, здесь будет у нас босс. Музыка орет, Сардуччи проснулся. Так, тихо. Ха-ха-ха, кто в особняк ко мне проник? Об этом пожалеет вмиг. О, а ты поэт или у тебя случайно получилось? Где беженцы? Как вы смеете врываться в мой особняк и оскорблять меня подобным образом? Разве вы не знаете, кто я? Я Вига Сардуччи, величайший Сардуччи на свете. Да без разницы нам, кто ты такой. Мы знаем, что где-то здесь прячутся беженцы. Отпусти их. Мальчик с голубыми волосами, разве вы не те самые дети, укравшие Эдуард? Такого я не ожидал. Майор обрадуется, когда узнает, как я вас одолел. Ха-ха-ха-ха. К бою! Воу-воу. Шары, ах ты, ё-моё, ребят, я не понял. Их можно отбить или нет? Я что-то не врубился. По-моему, нельзя. Так, ладно. Ух ты. Сардуччи вылетает из картин. Так, а это что такое? Что это? Ё-пар-сете, нифига он.
Вжарил. Так, ребята, так дело не пойдет. Переигрываем нафиг. Ну что, давай. Шары, значит, нельзя. Давайте убегать от них. Так. И надо запомнить, что он вылетает из картин. Ага. Бьем. Так, ну давай. Вот этого надо избегать, избегать. Опа, дудки. Слушайте, ну все равно хпшки, блин, отнимает, гад. Так, отлично. Ух ты. Сардучий, елки-палки, сарделька. Так, не знаю, блин, надо вроде бы и подхилиться. И опасно, ребят, если он по мне звезданет. О, нет, хилимся срочно. Так. Слушайте, ну мне его придется долго колбасить. Ага, блин, нет, не попал. Но, вот, вот самое опасное, это когда вот... Ай-яй-яй! Блин, ты посмотри, а! Полтора сердечка отнимает он за удар. Так, ну здесь, в принципе, легкотня. Здесь мы будем уворачиваться. Так, отлично. Гад задел, опять подхил, ребята. Хорошо, что у нас сахарных сердец много, а? А так вот не знаю, если бы без них, как проходить его. Нет, была у меня, конечно, еще идейка, ребята, кинуть бомбочку вот эту. У нас их много. Ну, так, ага. Ну, грубо говоря, половину хп я у него отнял. Так, тихо. Черт, все равно достает своей этой волной, а? Гад. Ты посмотри, одно сердечко, ребят. Ой-ой-ой-ой. Без подхила здесь хрен бы я справился, по-моему. Ну, давай свои шары поганые выпускай. Ну, шары, в принципе, ерунда. От них, как видите, убежать очень легко и просто. Давай, выпрыгивай, сардучи. Будешь получать от меня люлей. Так. Блин. Я не знаю, мне так впечатление, что можно было бы, конечно... Тихо. Все равно достает говнюк, а? Ты посмотри, как ни крути, как ну, не бегай. Оу. Ё-моё. Ты посмотри, что происходит. Да успокойся ты уже, блин. Блин, вот мне музыка нравится. Прикольное музло. Сразу вспоминается детство, ёлки-палки золотое. Так, ну давай. Выпрыгивай. Опа. Бьём его. Ах, как хорошо. Так, совсем немножко осталось. Тихо, вот здесь бы... Ух ты, не попал, наконец-то не попал он, ребят, по мне. Так, потому что у меня всего-то два сердца осталось сахарных. Это буквально два полных подхила и все. Так, Чарли. Можно было бы, в принципе, и Чарли, но мне такое ощущение, что у нее удар послабее, чем у Криса. Так, отлично. Давай второй залп. Разбегаемся. Я думаю, что сейчас мы его должны заколбасить. Ну, выпрыгивай. Ага. Немножко не успели, ребята, немножко. Ладно, сейчас он вылетит, и вот мы его прижучим. Готов, охламонище. Ну что, сардучи, получил свое? Эй, есть тут кто-нибудь? Это что такое? Кого я вижу? Это же Крис со своей бандой. Гарри, ты в порядке? Как мои родители? Твои родители? Ох, ну, их тут нет. Я их не видел, и ваших тоже, ребята. Говорят, в трейлерном парке была неплохая драка. Твои храбро сражались, Чарли. Но о них уже несколько часов ничего не слышно. В нашем районе есть хорошие бойцы? Еще что-нибудь знаешь? Нет, прости, я отсюда уже давно не выходил. Может, Шен Ли что-нибудь знает? Пока мы тут, всякое могло случиться. Я собирался взять этих беженцев и идти к нему. Ладно, Гарри, спасибо тебе. Спасибо. Не представляю, как буду отсюда выбираться. Надо мне потренировать свои приемы карате. Увидимся в лавке у Шена, ребята. Будьте осторожны. Каратист хренов. Эссенция лиловой души. Символ власти и амбиций. Эссенции души... Понятно, короче, опять эти эссенции, они очень ценные. Только мне-то что от этого? Я еще ни одной такой не видел. Но... А, вот и вы, слава богу. Нам надо немедленно уходить. Военные собираются поднять Тахунгу на воздух. Они никого в живых в этих развалинах не оставят. Что вы такое говорите? Какой ужас! А как же наши семьи? Мы же их еще не нашли. Если вы их еще не нашли?
Нет, они не могли их забрать, мои родители. Он прав, Крис, отряд приземлился в нашем районе и, скорее всего, первыми схватили. Это все камень виноват, если бы, если... Нет, Мэтт, не надо, это не выход. Да, ты видел, что случилось в лесу, если они получат камень... Слушайте, я знаю, это непросто, но нам надо уходить отсюда. Вы должны смириться со своим горем. Я дам вам несколько минут. Набирайте сил. Поговорите с выжившими. Как будете готовы, скажите мне. Нельзя терять ни минуты. Спасибо, Шен. Ну, давай поговорим с кем-нибудь. Мой сын в порядке, слава богу. Эй, спокойно, я пришел с миром. Так, сахарное сердце у нас здесь нет? Возьми, тебе это нужнее. О, сахарное сердце ребята получили. И это все, что осталось от Тахунги? Я, эх, мне жаль, народ, ваши родные. Я знаю, если их тут нет... Ух, в такой момент даже не знаю, что сказать. Так, ну а здесь что? Похоже, мистер Ли неплохо подготовился к побегу. Думаю, не стоит это так оставлять. Так, ребята, вы в порядке, слава богу? Сэр, вы что-нибудь знаете про наших родителей? Боюсь, что нет. Я разве что Джаду видел. Джаду. Мой ресторан. Они разрушили мой ресторан. Да ладно, Джон. Рано или поздно санинспектор все равно бы его закрыл. Знаю, но я хотел его перед этим поджечь, чтобы на страховке заработать. Но зато теперь и поджигать ничего не нужно. Да, но я его не успел застраховать. Что за бардак? Ой, ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся с вами в следующем выпуске. А на этом все, всем пока и до скорых новых видосиков. Удачи вам, ребята, чао.